Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварим. Веду ее до сих пор я, Виталька. Сегодня замечательный рецепт сдобных булочек. Что же хорошего в сдобных булочках? Блин, да все хорошо в сдобных булочках. Давайте начнем готовить. Для того, чтобы сделать сдобные булочки, нам вот что надо будет. 600 грамм пшеничной муки. Молочка 350 миллилитров. 70-80 грамм сливочного масла. Где-то 90-100 грамм сахара. Изюмчика грамм 70. 3 яйца, грамм 15-20 сухих дрожжей, и факультативно нам еще нужна будет сахарная пудра, которой мы посыпем готовые булочки. Вот такие вот незамысловатые ингредиенты. Давайте готовить уже. Молоко надо подогреть и в половине теплого молока развести сахар. Дрожжи развести в оставшемся теплом молоке. Просеять муку через сито. Теперь добавляем в муку молоко с сахаром. В эту же мисочку добавляем размягченное сливочное масло и соль. Изюмки надо залить кипяточком и оставить минут на 10, чтобы изюм размягчился. После чего изюм добавляем к нашему будущему тесту. И вымешиваем теперь тесто в течение 10 минут. Тесто надо убрать в какую-нибудь емкость, накрыть влажным полотенцем и дать подняться хотя бы в течение часика. Тесто делим на то количество частей, сколько вы булочек хотите получить. У меня где-то будет 15-16 булочек. Булочки надо сложить на застеленный пергаментом противень и дать им подняться в течение 20 минут. Их лучше в это время накрыть какой-нибудь салфеточкой, чтобы они не высохли, не дай бог. На этом этапе нам потребуется еще немножко сливочного масла, которое мы растопим в микроволновке, и этим маслом смажем сверху булочки. Теперь смотрите, у нас выбор двойной, ребята. Можно посыпать сахаром булочки сейчас и отправить их в духовку, тогда они получатся такие сахарные. Либо посыпать сахаром или сахарной пудрой уже после приготовления. Я, пожалуй, выберу второй вариант. А выпекать булочки надо при 200 градусах минут 15. Вот и все, готовые булочки можно посыпать пудрой, как я сказал, и подавать к столу. Очень вкусные булочки, друзья, повторяйте этот рецепт, и вы не пожалеете. Вы смотрели передачу по кашеварим, вел ее Виталий. Всем пока и до новых встреч!